Развитие дополнительного образования стало основной темой круглого стола, прошедшего в Тверском государственном университете. Инициатором встречи выступил Институт непрерывного образования ТВГУ. Участники мероприятия обсудили координацию деятельности вуза, чтобы ответить на все вызовы времени. Тему продолжит Наталья Чекит. В нашем современном и быстро меняющемся мире необходимо уметь ориентироваться в информационном пространстве и применять свои навыки в выбранной профессии. Программы дополнительного образования рассчитаны не только на студентов университета, но и на любого жителя Тверской области, вне зависимости от уровня знаний. Так каждый может получить для себя новую квалификацию и расширить свой перечень знаний. Например, это может быть экономика, юриспруденция или другая сфера. Мы живем в удивительное время. Время таких скоростей и время постоянно меняющихся знаний. И для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, он должен постоянно повышать свою квалификацию. Это должно происходить каждый день, каждый месяц, каждый год. Но и для того, чтобы человек мог повысить свою квалификацию, мог вписаться в этот мир, ему должно быть комфортно. Нужно обязательно учиться. И учиться нужно всегда, ежесекундно. Как рассказывает директор Института непрерывного образования ТВГУ Сергей Смирнов, главная тема обсуждения – организация взаимодействия преподавателей всех структурных подразделений университета. Для того, чтобы в системе образования университет смог проявить себя еще лучше, чем он это делает сейчас, смог еще больший вклад вносить и отвечая на запросы граждан Тверской области, на запросы предприятий реального сектора, учреждений социальной сферы Тверской области, ну и, конечно, в интересах всей страны. Сейчас в университете разработано большое количество дополнительных образовательных программ, чтобы каждый житель Тверской области имел возможность получить качественные компетенции. Конечно, наибольший интерес дополнительные курсы вызывают у студентов, которые еще учатся, но хотят получить дополнительную квалификацию. Профессии меняются, требования меняются. Да, сейчас все больше и больше говорят о том, что выпускники, неважно по какому направлению они выходят, но у них на первом месте должны быть вот эти гибкие, да, soft skills, мягкие навыки, компетенции. Да, мы с вами в своей жизни, мы с вами все время учимся. Прошедший круглый стол – это только начало большого цикла мероприятий по освоению университетом образовательных программ, которые будут проводиться в вузе. В ближайшем будущем планируется проведение конференций и ряд других мероприятий.